Сегодня закончился чемпионат Харьковской области среди сеньоров и ветеранов. Награждается за первое место Юрий Пронин. Поздравляю. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Пронин Юрий Леонидович. Участвую в ветеранском движении. И вот дождались, допустим, через 20 лет очередной турнир, который прошел в клубе «Олимп». Благодаря, значит, администрации и президента нашей федерации бильярдного спорта. Вот. Очень рады общению, потому что редко теперь видимся. И возраст уже такой у нас, что неизвестно, сколько кому, многих уже нет. Вот. Все довольны общением, игрой. Все было прекрасно устроено. Расскажите, пожалуйста, а как давно вы занимаетесь бильярдом? Бильярдом я занимаюсь с 14 лет. Играю уже 50 с лишним лет на бильярде. А можете ли вы еще рассказать, может быть, вы помните партию, от которой вам запомнилась до сих пор? Ну, я человек не спортивного бильярда, а коммерческой игры. Ну, допустим, раньше же играли только на деньги. Но у меня были в Ленинграде такие встречи, когда я за ночь выиграл по 10 автомобилей. Ну, я вас поздравляю, спасибо вам большое. До свидания. До свидания. Да, человек-легенда. Чемпионат Харьковской области среди сеньоров награждается за занятое третье место Юрий Пронин. Также награждается за занятое второе место Валерий Серый. Какой-то стабы поближе. Куда будет поближе там? Жена ревнивая. У меня первое. Награждается за занятое первое место среди сеньоров Руслан Шевченко. Так, совместное фото вот здесь, вот, пожалуйста, если можно. Сюда? Так, всех набрать? Да. Здесь, да, пожалуйста, если можно. Здравствуйте, представьтесь. Здравствуйте. Шевченко Руслан. Сложно ли был турнир? Относительно, да. Ну, участников было не очень много, поэтому в любом случае все полуфиналы, финалы всегда сложны. Вне зависимости от того, скажем так, до полуфинала просто, а дальше сложно. Расскажите, пожалуйста, ваши впечатления о происходящем турнире. Очень приятная атмосфера, хороший клуб, хорошая организация. Большое спасибо вообще организаторам соревнований этих и вообще хозяевам клуба, администрации всей. В общем, Косте большое спасибо, нашему президенту федерации. Хороший турнир. Одни только положительные эмоции, тем более, когда висит медалька, вообще хорошо. Есть ли у вас любимый бильярдный клуб? Я такой космополит, играю везде. Особо бы, наверное, не выделил бы ни один. Очень много сейчас клубов таких, ну, скажем, клуб «Мистер Моррис», клуб «Охота», также клуб «Олимп», достаточно «Бонзай». Но это те, которых я бывал в Харькове, поэтому отличные клубы. Не знаю, как их по рангу разместить. Хорошие все клубы. Что бы вы пожелали игрокам в бильярд? Игрокам в бильярд пожелал бы совершенствоваться, как бы каких-то новых вершин достигать. А нам, вот таким вот сеньорам и ветеранам, пожелал бы больше таких турниров, где можно достичь определенных успехов и хорошо пообщаться. Спасибо большое. Поздравляем вас с победой. Спасибо и вам. До свидания. Школа чемпионов.
billiarder.com.ua.